Всего в 2016 году выявлено более 300 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции. Средний размер взятки в России в 2016 году составил 328 тысяч рублей. Итак, органами прокуратуры принесено 44,8 тысяч протестов. Внесено 67,7 тысяч представлений, по результатам рассмотрения которых 72,6 тысяч лиц наказано в дисциплинарном порядке. В том числе 383 лица уволено в связи с утратой доверия. По материалам прокуроров, следственными органами возбуждено 3,7 тысяч уголовных дел. По итогам прокурорских проверок свыше 9 тысяч лиц привлечено к административной ответственности, а сумма наложенных судами на виновных лиц штрафов превысила 1,1 миллиарда рублей. Коррупция убивает будущее.